Друзья, всем привет! 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 Вы на канале Kiwi Show. Сегодня мы с вами открываем Little Heartstrings. Это очень интересная пони-единорог из серии Pony Wedding. My Little Pony от Hasbro. Давайте традиционно рассмотрим коробочку спереди. И здесь есть изображение Лиры, такой, как мы привыкли видеть с вами в мультике. По мультику это не центральный персонаж, но она нам всем известна благодаря своему интересному цвету. Давайте посмотрим на обратную сторону. И здесь мы видим также изображение Лиры и небольшая история о ней. А именно, Лира любит играть и находит веселье, где бы она ни была. Очень здорово! Давайте распакуем ее и посмотрим поближе. Ребята, а вот и Лира, и все, что было с ней в этой упаковке. Давайте начнем с нее. Расцветка поняши очень симпатичная. Это нежно-зеленый, можно сказать, мятный цвет. Так что Лира находится в тренде. Мне очень симпатичны ее глазки, они золотисто-желтые и с очень красивым переходом. Также у нее длинные реснички симпатичные, а в целом ее личико напоминает Twilight. К тому же она тоже единорог. Волосы у нее двухцветные, как мы видим, это белые и зеленые пряди. Зеленый, кстати, максимально похож на ее основной цвет. А вот знак отличия у Лиры – это Лира, золотистая с тремя струнами. В общем, очень симпатичная поняшка, мне она понравилась. В комплекте с Лирой было также три интересных аксессуара. Первый и, как по мне, очень интересный аксессуар – это вот такая желтая рамочка с сердечком наверху и фотографии основной шестерки. Как по мне, очень здоровская фотка и рамочка в целом. Милый розовый гребешок с сердечками, а также приглашение на свадьбу, выполненное в форме конверта и, как мы видим, посередине изображение самого жениха и невесты. Очень здорово! Я бы тоже хотела получить такое приглашение. Rainbow Dash, вот это денек сегодня. Сейчас закончим с яблоками, а потом... Потом я сделаю радугу и отправимся к Pinkie Pie, устроим вечеринку. Да, денек так денек. Ой, я только что почувствовала, что кто-то хочет устроить вечеринку. Только пока не знаю, кто и где. Ну да ладно, продолжаем нашу зарядку. Так, шевелим копытами. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Минка, что ты делаешь? Как что? Повторяю за тобой. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. У меня ж копыт нету. Да, Минка умеет выйти из положения. Да, это точно. А что я? Ну правда ведь копыт нету. Так, ладно, проехали копыта. Давайте теперь делаем растяжку. Все должны сесть на шпагат. На левую. Так, собрались теперь на правую. И посерединке. Вот так. Отлично. Кто еще сделал? Ой, что-то у меня копытце свело. Так и должно быть, Пинки. Класс, здорово, супер, у меня все получилось. Только голове почему-то немного неудобно. Конечно, неудобно. Мы же сюда пришли гимнастикой заниматься, а не брейк-дансом каким-то. Но ничего, ничего, Пинки Пай еще вами займется. А вообще, денек сегодня супер. И ничто его не сможет испортить. Пинки, а с кем это ты разговариваешь? Да ни с кем. Продолжаем. Так, мне надо прочесть еще эти два учебника, а я так хочу успеть полистать энциклопедию. Как бы со всем справиться? О, точно. Попробую-ка я составить заклинание, чтобы читать быстрее. Вот здорово будет. Так, надо меньше веселиться, чтобы больше научиться. Быстро-быстро все читать, чтобы суперумной стать. Ура, вот и яблочки собраны. Теперь дело за тобой, Rainbow Dash. Да проще простого. Что-то мне не хочется делать эту радугу. Может, просто полежим в тенечке? Нет, в тенечке слишком холодно. Лучше на солнышке. А здесь что-то жарко. Может, домой пойти? Мне все равно, но идти никуда не хочется. Да, и здесь сидеть не хочется. Так-так, сейчас проверим, работает или нет. Твайлайт, приветик, как дела? 100 лет тебя не видела. Приветик, Лира, тоже очень рада тебя видеть. Как дела? Да у меня все отлично. А я смотрю, ты все так же учишься, читаешь. Да ладно, бросай уже свои книжки. Пойдем потусуемся где-нибудь, найдем Пинки Пай, устроим вечеринку. Я бы с удовольствием. Но только завтра. А сегодня можешь проведать девчонок, а чемодан пускай остается у меня. Да, я так и предполагала, что отделить от тебя учебник практически невозможно. Ну и ладно. Опа! Кто это лежит тут загорает? О, я смотрю, у вас тут еще и яблочки вкусненькие. А можно одно взять и съесть? Хочешь, бери. Не хочешь, не бери. Что это за ответы такие? Хочешь, бери. Не хочешь, не бери. Странно. О, Эпплджек! У меня там такая огромная сумка с поездки осталась. Кто бы мне помог ее разобрать? А? А? Эпплджек. Зачем тебе ее вообще разбирать?
Так, я не поняла. Рейнбоу. Смотри, какие тучи огромные. Невероятно. Спорим, ты не сможешь их разогнать очень быстро? Не знаю. Может быть, смогу, может быть, не смогу. Чем они тебе вообще помешали, эти тучи? Да что же вы кислые такие? О, точно! Пойдемте как Пинки. Пойдемте, пойдемте. У нее там наверняка царит безудержное веселье. Давайте, вставайте. Давайте, но не уверена, что это что-то поменяет. О, я уже вижу Пинки Пай. Всем приветик. Привет, Лира. Ничего не пойму. Что у вас тут происходит? Пинки, а ты что под лестницей делаешь? Признавайся, это что, какая-то новая игра? А ну-ка рассказывай правила. Не знаю. Я вроде бы зарядку делала, а потом как-то раз и все надоело. А, я все поняла. Ух вы какие, решили меня разыграть. Но у вас вышло, я поверила, что вы очень скучные. Ну все, давайте, давайте уже, приходите в себя. Не хотите, значит. Ну тогда я первая начну. Бананчик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А вот и шкурка, но она мне больше не нужна. Я ее выкидываю и тут же не замечаю. Иду-иду. О! А, ну как вам? Это же классика. Что, совсем не смешно? Да, ребят, спасибо, вы просто отличная публика. Такое чувство, что их всех заколдовали. Но ничего, настало время коронной шутки. Пинки, можно тебя на минутку? В принципе, можно. Приляг, пожалуйста. А зачем? Для шутки, приляг. Ну ладно. Значит так, представьте, что вы – это я. Иду такая, устала от всего и решила присесть. Смотрю я на небо, туч слишком много, я не выспалась, все печально, на солнце слишком жарко, в тени слишком холодно, еще и Пинки Пай к попе прилипла. А, Пинки Пай к попе прилипла? Вот дает, Пинки, ты что, жвачка? Нет, по-моему, она банный лист. Я Пинки Пай к попе прилипай. Ну, это же другое дело. А я всегда знала, что хорошая шутка – это универсальное лекарство от плохого настроения. Ребята, а у вас есть своя коронная шутка? Пишите ее в комментариях под этим видео. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока. И помните, киви-шоу – это хорошо.